Что мне надеть? Что мне надеть? А может, это мне не подойдет? Ну, не понимаю, что мне надеть? Что мне делать? Ну, можно вот эту вот юбку, ну нет. Из-за юбки, ну нет. Это не подходит. А может, вообще он не согласится? Или... Ну ладно, все, быстренько одеваемся. Этот тупик нет, он какой-то странный, нет. Вот это платье тоже нет. Это тоже нет, все нет. Почему все такое некрасивое? Нет, нет. Вот это, да. Это даже очень сильно подходит. Так, и штаны, штаны, какие штаны, штаны? Ну какие? А может, ему не понравятся мои штаны? Что тогда будет? Ладно, быстрей. Апти! Что? Ой. А может, я чихну на свадьбе тоже так же, как сейчас? Господи, нет, это не подходит, это слишком серо, это слишком темно, это слишком, нет, вот, это идеально, я буду идти в этом, все, пойду выбирать торт. Так, быстрей, 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 давай. Все, быстрей, быстрей. Я пойду сейчас возьму торт. И... Так, быстрей. Идемте, идемте. Если мы сложили, может, она ему не... Может, это будет некрасиво выглядеть. Идем. Все, идемте. Все, все, все. Спокойствие, спокойствие. Нет, эти слишком темные, эти слишком фиолетовые, а эти слишком какие-то серые. Где моя обувь нормальная? Вот, пусть будет это. Как-то некрасиво выглядит, ну ладно, уже все. Пора выходить. Все, быстрее, 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 бежим, бежим. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас найдем эту пекарню. Фу, где она? Где, где? Все, господи. Тысяча лет прошло. Господи, господи. Все, все. Все, все. Все, все кассиры по местам. Ой, господи, ой, господи, ой, господи. Что происходит? Фу, господи. Что происходит, господи? Сейчас посядем, и все будет хорошо. Вдох. Ничего не помогает. Все, все, быстрее надо заходить. Иначе, может, ему ничего. Вот, быстрее. Так, все. Вы пришли? Давайте пойдемте выбирать торт. Сейчас я отдышусь. Конечно, я вас подожду. Ой, я так волнуюсь. Да не волнуйтесь, все будет прекрасно. Ладно, все, можете идти выбирать торт. Ну ладно, пойдемте, пойдемте. Почему тут такой? Да, хорошо. Так, пойдемте. Так, нам надо
испечь торт. Пусть он будет идеальным. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, все будет идеально. Надеюсь. Сейчас перепишу. А какого вы хотите цвета? Да не знаю, любого, пусть будет желтого. Так, давайте, давайте. А вы хотите какие-то украшения? Да, пусть будут эти малины. Все. Сейчас поставим формочку. Какую формочку хочу? Да, пусть будет круг. Надо помешать тесто. Сейчас помешаем тесто и поставим в духовку. Ну все. Сейчас нет. Он некрасивый, какой-то черный. Нет. Он вообще некрасивый. Ну, он. Нет, он вообще некрасивый. Мне нужен он какой-то желтый, радостный. А, ладно, я поняла. Вот. Какого вы цвета хотели? Я хочу, пусть будет. А какие у вас есть? Желтый. Желтый. Да, идеально подходит. Все. Ну, этот тут и правда очень красивый. Мне нравится. Сейчас поставим в духовку печь. Ой. Уже мухорук идет. Ура! Наконец-то это приготовилось. Да нет, еще осталось чуть-чуть. Все, вам нравится? Да, мне очень нравится. Ура, наконец-то. Все, все. Мне реально очень нравится. Спасибо вам огромное, огромное. Спасибо, спасибо. Оно просто прекрасно. Все, я ухожу. Подождите, а как же украшения? А, ладно, сейчас. А может туда положить? Нет. Все, быстрее. Украшения, какие пусть будут? Пусть будут такие. Вы уверены? Да, уверена. И пусть будет еще какая-то медаль. Да, господи. Я так волнуюсь, я ничего не могу взять. Все, мне пора. До свидания, спасибо. До свидания. Приходите еще. Все, сейчас пойду домой, поставлю это тут и все. Ребята, а на этом все. Всем пока. До скорых встреч. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы хотите увидеть, что у меня произошло.